Приветствую всех свободных. Вот три момента хочу сказать. Первый момент. Это очень тяжело, когда находишься в проблеме, в ситуации, ее пытаться описать. Второй момент. Это очень тяжело запомнить то, что с тобой происходило. Поэтому лучше всего записать твои мысли, твои чувства. И третий момент. Это очень тяжело проживать это снова. Особенно, если это касается негатива, негативных эмоций и всего остального. Но меня радует, что вы сможете пережить то, что пережил я, и не захотеть оказаться в этой ситуации. Вот у меня сейчас стал самый такой трудный момент в этой, во всей истории, когда люди не хотят узнавать свои права, зная которые они могут себя защитить. А другие люди знают, что легче им нарушать ваши их права. И для этого они делают, чтобы вы не знали. И я сейчас должен записывать эти права, переписывать их, потому что я и там их узнал, потрудился. Зная эти права, я знал, как они их нарушают. Поменять ничего не мог. То есть нарушали все равно, в любом случае. Знал я их, не знал, говорил я с ними об этом, не говорил, все равно нарушали. Потому что что? Потому что система устроена против нас. Вот об этом это. Ведь мы погранцы, погранцы, погранцы. Вчера мой дембель не увидел рассвет, его уже нет. И лишь ракета здесь оставила след, его уже нет. Проклятая зона, полоска земли у гарнизона. Мертвая зона и в воду концы, ведь мы погранцы, погранцы, погранцы. На посту уже сменили меня друзья дембеля, а дома ждет уже девчонка меня, родная семья. Мертвая зона, родная земля у гарнизона. Мертвая зона и в воду концы, ведь мы погранцы, погранцы, погранцы. По тайным тропам к нам выходят киты, на мертвой зоне киты. Секретка ждет и передернут затвор, простой приговор. Проклятая зона, полоска земли у гарнизона. Мертвая зона и в воду концы, ведь мы погранцы, погранцы, погранцы. Мертвая зона, родная земля у гарнизона. Мертвая зона и в воду концы, ведь мы погранцы, погранцы, погранцы. И вот мы пришли заявить о своих правах.